Всем привет! Сегодня мы поговорим об актрисе Александре Урсуляк. Александра родилась 4 февраля 1983 года в Москве. Ее отец – известный режиссер Сергей Урсуляк, а мама – актриса Галина Надирли. У Александры русско-азербайджанские корни. Когда Саша еще училась в школе, родители разошлись. Отец женился второй раз на актрисе Лике Нифонтовой. В этом браке родилась дочь Дарья, которая также продолжила актерскую династию. После развода родителей, Александра практически постоянно жила у бабушки с дедушкой по отцовской линии в Бирюлево. Там она окончила общеобразовательную и музыкальную школы. Когда Александра заявила отцу, что хочет поступать на актрису, он ответил резко отрицательно, так как не видел потенциала в дочери. Но Саша заявила, что попробует только один раз и если не поступит с первой попытки, то переключит свое внимание на что-то другое. И девушка поступила в школу-студию МХАТ на курс Романа Казака и Дмитрия Брусникина. Ее однокурсниками стали Сергей Лазарев, Дарья Калмыкова, Дарья Мороз и другие. Александра прекрасно училась, старалась почерпнуть от педагогов как можно больше. Ее усилия не остались незамеченными. По окончанию школы-студии, девушку приняли в труппу театра им А.С. Пушкина. Удивительно, что Александра Урсуляк – одна из немногих актрис, слава к которой пришла как раз во время театральной карьеры. Она была удостоена нескольких премий, среди которых «Золотая маска» и «Хрустальная турандот». Первой ролью в кино для нее стала роль дочери начальника вокзала в картине «Вокзал» в 2003 году. Девушка сразу зарекомендовала себя как человека ответственного, исполнительного и трудолюбивого. А далее у Александры Урсуляк было много работ в кино. И все эти фильмы, на мой взгляд, отличают наличие смысла. Там нет пустых картин, которые посмотришь и забыл. Там всегда прекрасный актерский состав и качественный сценарий. Лично я хотела бы выделить сериал «Ненастье», снятый ее отцом в 2018 году. Там у Александры небольшая роль, но это на сегодняшний день единственный их совместный проект с отцом. В этом фильме снялся и первый муж Урсуляк, Александр Голубев. Они познакомились на съемках одной из картин. Завязался бурный роман, потом свадьба. Ну а в 2005 году родилась их первая дочь Анна, а спустя 4 года и вторая Анастасия. Но несмотря на это, брак распался. Поговаривали, что из-за измены Голубева. На сегодняшний момент Александра Урсуляк счастлива рядом со своим неофициальным мужем-скрипачом Андреем Розендентом. У Андрея есть и небольшой актерский опыт. Он сыграл главного героя в фильме Владимира Машкова «Папа Давида Шварца в детстве». В 2017 году у Андрея и Александры родился сын Владимир. В настоящее время помимо игры на сцене, съемок в кино, Александра Урсуляк еще и преподает актерское мастерство в мастерской Ю.Н. Бутусова при ГИТИСе. И сегодня у этой замечательной актрисы, женщины и мамы праздник. Не забудьте поздравить. А если вам интересно, кого мы собираемся поздравлять завтра, подписывайтесь на наш канал и не забывайте оставлять свои комментарии.